В России запущен проект под названием «Пушкинская карта». Это возможность привлечения молодежи от 14 до 22 лет в учреждения культуры. Для этого каждый молодой человек может оформить себе пластиковую карту или в мобильном приложении, скачать мобильное приложение с суммой в этом году 3000 рублей, в следующем году 5000, которые он может индивидуально потратить на посещение различных культурных мероприятий. Благодаря Пушкинской карте мне сегодня удалось посетить такую прекрасную выставку Василия Тропинина. И очень надеюсь, что в будущем тоже будет такая возможность.